Так, во-первых, ребятки, все понятно, что все слушают командира. Запоминаем такие слова, как дроп или десантируется такое вот. Это значит, что пора выходить с галактики. Но когда... там же отчет в любом случае будет. Да, я скажу это. Дальше, когда мы забираем помещение, все смотрим на лидера. Если мы забираем помещение, касается хэви ассаутов и остальных классов, кроме медиков. Смотрите. Это не значит, что вы вот все, пошел раз, я сказал вперед. Не значит, что высунулись, вас постреляли, засунулись назад. Всем понятно? Как это значит, высунул и пошел вперед, не на рывке, а пошел и заливать. Смотреть углы, пошел убивать противника. И по стеночке. И по стеночке. И идете по стеночкам. Поняли? Это надо, чтобы, во-первых, вам в спины не настреливали, а во-вторых, нас в ряд не убивали. И друг другу не мешать. Ребята, и самое главное, поменьше флуда. И если только по делу. Гранаты не тратим, новички, господа, потому что это очень ценный ресурс. Просто так, без команды. Да. Без команды. Никто гранаты не тратит, раз. Гранаты кидать по команде. В проходы, которые этот. После прокидки гранат ждет команду командира. Дальше, если вы видите два входа. То есть, допустим, вот у нас здание, видите впереди нас? Вот на этот. Все смотрим на меня внимательно. Вот это здание. Тут есть целых три входа. Нас хватает 10 человек, чтобы зайти с трех ходов. Значит, мы заходим с трех ходов. Они близко расположены. Понятно? КПТ слэм вылетел. Не надо соваться в один проход, как последний зерк. Дальше, как мы ориентируемся? Пошлите за мной. В здании бегать нельзя, да? В здании бегать нельзя, только маленькие рывки на разведанной территории. Сейчас подождем, пока наш третий медик реснется. Дальше все помним, что чат может слетать, потом за чат, если что-то кому-то непонятно, объясню. А вот если интернет слетел нечаянно? Слетел так слетел, перезаходишь и заходишь назад. Бей провайдера, да. Скажи, что придет гадюка и съест его. Я говорил, интернет, он вообще не понимает, где-то выхожу, поделать интернет в последнее время. Дальше. Как мы ориентируемся? Как мы ориентируемся? Внимательно слушаем. Все карту видят, мини-карту, слева, внизу. Так точно. Первое. В ней помечаются противники. Так точно. Вы их можете помечать. На кнопочку R1, кто не знает. Кто не знает, помечать обязательно. Убили, не убили, это вопрос. А если вы пометили человека, вы, значит, как минимум дали на мини-карте о нем информацию. Не выкатываемся вдали. Команды техники не было. Это нужно на карту зайти отметить. Нет, ты не заходишь на карту. Ты кнопку нажал, он пометился сам на карте. Тебе больше... Ой, а я нажимаю R1, он ничего не делает. Ну, потому что все союзники. Потому что врагов нету. А, окей. Технику выгонять не надо. Дальше. Как мы ориентируемся? Все буковки над картой видят? Да. Все. Какие именно? Буковки СВ, Н, Е, СЕ. Вот мы по ним. Это стороны света. Короче, мне кажется, нужно... Это стороны света, оказывается. Так, не... Все это уже услышано было, короче. Редиган, во-первых, ты не один. Если слышал еще раз, значит закрепляю. Во-вторых, у нас есть новички, которые только вот зашли в клан. Да. Я и говорю, может какую-то инструкцию сделать или еще что-то подобное. Будут каждый, перед каждым таким сбором я буду заходить и много чего объяснять. Новое, старое. Я это записываю на видео и потом буду скидывать это в ВК. Поэтому не надо мне мешать. Правильно. Не перебивать. Мы ориентируемся по карте. То есть, если сейчас, внимание, команда, противник на СВ. Где еще раз? Противник на СВ. Все повернулись на СВ. О, есть. А можно с фронта там, с тыла, нет, слева, справа? Нет, фронт у каждого свой. Ну, фронт тыл свой. Да, СВ у всех одинаковый. Сторона света у всех одна. Дальше. Okay. Давай резко в другую сторону. Посмотрим, как они ориентируются. Хорошо. Че? Противник на НВ. Ориентир башня с патронами. Молодцы, более-менее. Долго, но нормально. Дальше.
мини-карту можно увеличивать, зажав кнопочку вверх. Аккуратно, это еще может переключить ваш тип стрельбы на одиночный. Тоже контролируйте это. Увеличить мини-карту, в принципе, нужно только для командиров. Также ее можно масштабировать. Когда мы заходим в биолабу, тоже зажимайте кнопочку вправо, увеличивая. Если мы бегаем на улице больших, вы можете ее уменьшить. Очень помогает. В мини-карте ориентироваться очень хорошо. Я зажал, она не уменьшается. Так, уменьшается. Дальше. Про пометку сказал. Про десантирование. Десантирование это обязательно. Редеплой. Как десантироваться с кораблей, которых можно прыгать? Первое. Не бойтесь умирать. Если вы, когда заходите в помещение, не бойтесь сдохнуть. Вас подымут чертовы медики. Вы их подставляете, если вы не идете вперед. Потому что выйдет чувак с дробовиком и убьет медика. Вы должны прийти и убить того чувака с дробовиком, пока он не вышел. Это хайвики. Меня